Познакомьтесь с Сильвестром Сушиком, экспертом по маркетингу и управлению продажами, стратегом, энтузиастом криптовалюты и основателем BitBay, криптомаркетом в Польше. Сильвестр учился в Ягеллонском университете Краков, Польша, в сфере управления бизнесом и управления проектами. Его первый опыт работы был в Multimoney в качестве генерального директора. Позже он работал также в некоторых финансовых фирмах в качестве директора и приобрел опыт в этой области. Его энтузиазм в сфере криптовалюты привел его к созданию компании BitBay в 2014 году, а также он основал BitBay Pay в 2016 году. Сушик открыл польский криптомаркет BitBay, работающий также на индийском рынке, и планирует открыть второй офис в Амстердаме. Он и его компания также известны благотворительными мероприятиями в Большом оркестре рождественской благотворительности.